С 1 по 10 мая закроют для движения Марпасадское шоссе в столице республики. Там пройдут масштабные работы по расширению дорожного полотна и переносу коммуникаций. Сегодня подрядные организации собрались на месте предстоящих работ, чтобы рассказать журналистам, почему водителям придется искать пути объезда. С 1 мая здесь начнется масштабная реконструкция. Работы будут вестись и под землей, и на земле, и в воздухе. Специалисты Чебоксарского водоканала начнут работы по переносу перекладки действующей водопроводной сети методом горизонтального бурения. В максимально сжатые сроки, не стесняя и не сжимая других застройщиков и подрядчиков, чтобы быстрее проложить, как говорится, трубопровод, уйти с этого участка и потом вести работы по переключению. В это же время начнутся работы по созданию ливневой канализации. Будет уложено почти 2 километра сетей. Кладки ливневой канализации, общий объем ливневой канализации 1,7 км. Будет проложена, значит, новая система с водоотводом, который будет обеспечивать более эффективный отвод воды с проезжей части. Кроме того, планируется расширить проезжую часть на участке длиной в 700 метров. Шоссе станет шире на 2 полосы, обустроят разделительное ограждение. А рядом с остановкой общественного транспорта «Текстильмаш» начнется строительство наземного пешеходного перехода. Александр Гаврилов, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика.